Боевики Исламского государства казнили еще одного иностранного заложника, британца Дэвида Хейнса. Бывший военнослужащий армии Соединенного Королевства в последние годы работал в гуманитарных миссиях. Его похитили в марте 2013 года в Сирии. Стоит отметить, что казнь Хейнса стала третьей. В конце августа боевики показательно обезглавили американского журналиста Джеймса Фоули. Второй жертвой стал тоже журналист Стивен Соболев. Он имел двойное гражданство, американское и израильское. Сценарий казни одинаковый. Заложник, одетый в оранжевую робу, читает на камеру текст, в котором обвиняет в происходящем главу своего государства. Затем палач перерезает узнику горло. Исламисты угрожают продолжить казни, если США не прекратят наносить авиаудары по позициям боевиков в Ираке, а также если Великобритания окажет курдам военную помощь.